Переводчики повышают квалификацию. На сегодняшний день по всей России наиболее актуальным вопросом остается сохранение, развитие и поддержание языков многонациональной страны. Курсы проводятся с целью развития профессиональных компетенций переводчиков художественной литературы, а также для работников системного образования. Мероприятие завершится круглым столом, где обсудят политику и значение русского языка, и не только. Основная проблематика – то, что на сегодняшний момент, к сожалению, уходят литературные языки народов России. Если в советские времена существовала четкая система в работе Союза писателей и Союза переводчиков России по переводу, на сегодняшний момент, к сожалению, данная система нарушена, и нашим преподавателям, к сожалению, не хватает катастрофических материалов, с которым работать для, в первую очередь, поддержания развития языков народов.